1 и 2 февраля в Азбес съехались автоспортсмены со всей России. Комбинат «Уралазбес» традиционно организовал чемпионат России по авторалли и состязания по ралли «Горный лен» 2014. Штаб-посты и спецучасток – это не разведывательная операция, а старт чемпионата России по ралли, который прошел 1 и 2 февраля в Азбесте. Также в рамках соревнований состоялся 5-й этап Кубка России и 3-й этап Уральского и Приволжского федеральных округов. В этом году гонка проходит в начале февраля, так как благодаря морозам покрытие трассы более плотное. Несмотря на холод и ветер, в зрительской зоне на большом трамплине спецучастка «Кросс» много поклонников автоспорта. Трассу участники проезжают дважды. Участвует в состязаниях 51 экипаж. В целом все хорошо. 51 экипаж. Вылетов с трассы сегодня нет ни одного, вчера было два. В общем-то, практически все, кроме одного экипажа, поехали по системе «Суперралли». Тогда они могут поехать на следующий день, ночью отремонтировавшись. Один экипаж взорвал мотор, поэтому не выехали, не смогли починить. Сегодня, первая часть сегодняшнего дня прошло. Сошло у нас, по-моему, то ли 4, то ли 5 экипажей. Какая-то болезнь, все сходят по трансмиссии. В составе команды комбината «Уралазбест» выступает 4 экипажа. 2 полноприводных и 2 моноприводных. Под номером 8 едет экипаж Алексея Миронова, Рената Назмеева на «Субару». Под номером 9 Сергей Ременник, Владимир Иванов на «Митсубиси». ВАЗ-8 модели под номером 25 принадлежит Евгению Брынцеву и Евгению Симонову. Номер 26 – Антон Витошкин и Олег Заварницын на «Калине». У экипажа номер 9 своя особая раскраска автомобиля под стиль комбината «Уралазбест». У нас сегодня не очень все хорошо, потому что это после длительного перерыва для нас с моим штурманом первая гонка. И это первая гонка на новом автомобиле. Эта техника совершенно отличается от той, которую мы пилотировали до. И к тому же есть ряд технических проблем, с которыми мы столкнулись. То есть, которые сейчас как раз у нас механики решают. Вот, можно было бы с ними тоже пообщаться, но их лучше не отвлекать. Команда «Уралазбест» выиграла этот этап Кубка России по ралли. В личном зачете Кубка России экипаж Алексей Миронов и Ренат Назмеев стал третьим. Экипаж Сергей Ременник и Владимир Иванов – четвертым. Ольга Овчинникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.